классика среди всех мифов, входит какой-то топ известных заблуждений о птицах, то, что вороны живут 300 лет. Ну, что здесь такое? Вот Иволга 11 лет, Дубонос 12. Вот даже мои родители вот, говорили, что сидит сова, вот ее можно там подойти, там чуть ли не на протянутую руку, если тихонько ты там ее, потому что она тебя не видит, там она только хорошо слышит. На самом деле совы видят, появились уже совята, и их обязательно почему-то бросают родители. Да, даже, в принципе, чистое мясо, оно не очень подходит для... Не дали какой-то тоже звуковой сигнал, чтобы он понял, что сейчас будут кормить там, или никто не похож на его маму там или папу. То есть в какой-то момент, наверное, я тоже, может быть, думал, что она так вот на 360 градусов может это повернуть так эту свою голову. Внутри эти сосуды не пережимаются, ну и сова может, изменяя положение головы, смотреть, что происходит за ее спиной. Это еще как бы такое приспособление для того, чтобы птицы, у которых, наверное, не заблуждение, а просто такой интересный факт, интересный вопрос возникает, вот почему так совы странно кивают или крутят головой, когда видят человека. Почему это пошло, откуда вот такая история, честно сказать, сложно, но вообще она, ну, достаточно интересная. И мы вот в Борисовском центре экологии и туризма решили проверить, вот действительно ли сороки добирают в гнездо блестящие вещи. Как вы думаете, если это миф, поставьте минус, а если это в чате, а если это не миф, поставьте плюс. Так, ну в основном плюс у нас, да? Задайте любому человеку вопрос, покажи, как изобрази, как летит птица. Что он будет делать? Он будет махать руками вот так вот вверх-вниз. Вот отец говорил, что вот такой карастель, такая птица, которую ты невозможно будешь за ней там бегать, она тебя будет как-то по траве убегать, ты не хочешь взлетать, и она вообще не умеет летать из-за этого, и вот он в Африку ходит зимой. Много сезонов могут проводить, конечно же, вместе, это факт. Но показали исследования на черном австралийском лепеде, генетические исследования, что